Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы катаем в Overwatch. Итак, ребята, вышел у нас новый благотворительный облик для ангела под названием «Розовая лента». Все это у нас до 21 мая. 100% выручки идет для исследования рака молочной железы. Приобрести. Ну-ка. Подарок. Ангел, розовая лента. А ну-ка посмотрим. Не сможете сделать этот подарок. Понятно, понятно. Такой у нас ангелочек. Сколько она стоит? Дайте-ка глянем. О, 800 рублей. Дороговато, конечно. Да. Ну что ж, ничего. Сыграем в быструю игру. Интересно, это только к ангелу относится? Надо бы проверить. Например, к Диве. Опс, не успели. Ибо мы тут с вами прибыли уже в Дорадо поиграть. Кого бы нам выбрать? Давайте-ка, может быть, за жнеца побегаем. Смерть уже рядом. Ава! Что там опять? Круг движется. Нужно его защитить. Линия усилена. Осталось 30 секунд. У нас не осталось времени. В атаку! Идем. Груз достиг контрольной точки. Так. Понятно, внизу у нас ульта как заряжается, показано. А ну куда? Вот так. Куда пошла? Черт, ну зато уже два убийства есть. Зараза. Это мое проклятие. Меняю позицию. У жнеца, конечно, реплики мега эпичные. Здрасте. Есть. Как-то я удачно-то начал. Ну. Ой-я! Иди сюда, блин. Сейчас мы их добьем, немножко осталось. Опять она, Ариса. Я отомщу. Дыхание смерти. Герои, восстаньте! Почти. Сопровождаю груз. Давайте-ка сбоку. Никто не ускользнет от моего взгляда. Размечтались. Осталось одна минута. Призрак из тьмы. Вот так. Как вам такой сюрприз? Ха-ха! Вот так, еще. Блин. Почти неуязвимое перемещение перезарядилось. Осталось 30. Я закончу начатое. Время против нас. Завязал. Атаку до финиша.
позицию. Ой, блин. Уже чуть-чуть, 2 метра, 1 метр, ну, пожалуйста, есть, есть. Ой, блин. Только у нас 2 минуты осталось, и это не радует. Даже меньше. Попробуем снова. Кажись, я знаю, куда ультануть. Призрак из тьмы. Готово? Запускаю протокол самоуничтожения. Зараза. Вот так. Герои, восстаньте. Зараза. Куда ты пошла? Разлеталась тут. Черт, до нее не достать. Как бы тут до вас дотянуться-то, а? Ладно, не отстаем от сопровождения. Есть. Ну, приоденься. Вот ты размечталась, женщина. 20 секунд осталось. Я отомщу. Уж постарайся отомстить, да побыстрей. Мы проигрываем в атаку. Нет. Поражение. Черт. О, на последней же секунде было. Лучший момент матча. И тут бац, и все. И кирдык. Ливень возмездия. Вот край. 4 убийства. Ну а что, вполне неплохо. Эпический так матч. Держать. Ладно, объединяемся. Есть! Но только мы откроем контейнер в конце уровня. Так и быть. Следующее. Вы прибываете в Дорадо. Приготовьтесь к обороне. Угу. Выберите героя. Пожалуй, на этот раз мы выберем. Может, Дзиньято? Заодно других подлечим. Истинное я не имеет формы. Обрети спокойствие. Тридцать секунд до атаки. Величайшее оружие воина — терпение. Тихо. Покемпеем немножко. Пять.
4, 3, 2, 1. Начинается атака. Остановите груз. Блин. Неужто никто не вылезет? Зараза. Не стой на месте. Блин. Лады. Может, Гензи попробовать? Опа! Сюрикена заточенная. Ох, как ты прыгнул, а, чувак? Сразу потрое. Сюда, напарники, подлечите. Враги уже здесь. Маячок установлен. Опа! Мой брат и мой заклятый враг тут появился, да? Блин. Кстати, у меня идея для нашего бастиоша. Тем более позиции это отличные, чуваки. На тебя. Ну где вы там еще? Да будет так. Ну? Вот сюда я. А я здесь уже давно. Опа! Вот так, да? Тактический визор активирован. Каким перьям уголочки? От меня никто. А ну? Давайте оттуда. Коли вы такие смелые. Да будет так. О, как ее. Опа! Блин. Ой-ой. Нехорошо. Это мягко говоря, нехорошо. Есть. Черт. Осталась одна минута. Ничего, как им танк понравился, интересно. Вот, да, пусть отъезжает. Груз достиг контрольной точки. Позже пригодится. Ой, блин. Ах ты, коза. Козочка наша.
что-то который раз наша команда не выигрывает. Не фартим, не фартим. Вернее, не фартит нам. Вот сюда. Ладно, сменим тактику. Райан, твой выход. Ай-яй-яй. Зараза. Ладно, это да так. Черт! Ты смотри, как вырвались. Так. Безопасности, станьте за барьер. Битва еще не закончена. Ну? Черт. Ливень возмездия. Строим, ломаем. Поражение. Нифига. Нифига не получилось. Ладно, откроем хотя бы контейнер. Что нам там выпадет? Опа. Неплохо. Валюта. Сойдет. Попробуем ликвидацию. Интересно, что найдет. Так. Где у нас тут трейсер? Я хотел трейсер посмотреть. Ай, блин. Вы прибываете. Это еще последний Вавилдайю. Момент. Хотя наверняка тот розовый облик только на ангела распространяется. Выберите героя. Ладно, Жнец, твой выход. Красавчик наш. Смерть. Три. Уже. Два. Я, да. Один. Начали. Что там в записке? Это дракона. Не, не пройдет.
Враг приближается. От меня не скрывай. Противник летит. О, помог. Хоть немного. Все союзники ликвидированы. Так, все, понял. Блин, все-таки попал. Один. Приготовьтесь. Лады. Выберите героя. Полочка пишет, ну... Кто-то поднубил ее в последнее время. Я присмотрю три, за тобой. Два. Один. Ну, Мачили. ты, типа того. Давай я тебя подлечу. Тебя что, тебя зря лечить? Моя сила растет. А вот ты сейчас нарвешься, походу. Ой, блин! Мне бы не помешала помощь. Давай! Теперь ты сильнее. Исцеляющий поток активирован. Прикройте меня. Ой, блин. Скорая небесная помощь. Противник ликвидирован. Еще раз. Осталось 30 секунд. Давай, возвращайся в бой. Не стоит тратить время впустую. Победите. Ох. Один. Один. Ну хоть что-то. К бою. Выберите. Давайте герой. Еще посаппортим. Так. Один. Начали. Ну так, держимся вместе. Постараемся держаться вместе. Да господи. Куда ты так подорвалась? Где все? А, делаю багажу, черт! Вот оно как, да? Гоу! Вперед! Осталось 30 секунд. Гоу! Давай, мы еще можем победить! Ну? У нас остался только жнец. Есть! Зато хоть одно убийство есть. Один. Приготовьтесь. Следующий саппорт. Выберите героя. Все же лучше Мойры. Наука покажет путь к истине. Один. Начали.
матч-поинт. Украсили колонну. Где у нас эти уродцы? Противник ликвидирован. Ой! Ой-ой-ой-ой! Противник ликвидирован. Неплохо. Последний остался. Куда? Победа. А, вот два последних мои. Вроде бы. Лучший момент матча. Боже мой, неужто победа? Неужто дождались? О! Да. Я просто похлопаю. Ну, хотя бы под конец. Что ж, ребят, ну а продолжение каток ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья!